Что случилось, рубах? Голову опусти. Может, его возьмем? Он все места знает и сопротивляться не будет. Да тихо ты. Вон туда глянь. Что за хер? Чихарь. Но этот лучше, чем дед будет. Автомата рядом не видать? Да вроде нет. Возьмем? Не торопись. Ну-ка, левее. Между домами. Видал? Блин. Брать его не будем. Стремно. К своим надо. Уходим. Ваш комбат баран. Какого хрена он в ущелье попёрся? Ему же русским языком сказано было, что нельзя. А он, блядь, попёрся. Ребят просили на подмогу. Могут опять обстрелять. Все, ребят, я своих не дам. Товарищ пацан. Не дам своих ребят. Пусть сам выбирается. Или пусть докладывает так и так. Я мудак. Поехал через ущелье, тогда хоть мы знать будем. Да мы бы рады, но рацию подорвали. Так что, еще и БТР взорвали? Так точно. Кто погиб? Водитель только. Водитель только. Значит так. Возвращайтесь в колонну. Вам пленный нужен, который тропы все хорошо знает. И выбираете. Хоть вперед, хоть назад. Я вам ничем помочь не могу. Мне этим некогда заниматься. У вас приказ, вот и выполняете. Все, свободно. Так есть. Точно. Коля, иди сюда. Хороша баба, да? Угу. Эй! Идите сюда! Идите, идите! Зема? Салам алейкум. А он дагает багас.
Жит ешка лонгер сатвада. А? Милуаж. Сюек телеван туаю. Саламло айлияс юх телеван туарюек. Дигиду? Дигиду. Ты собрал, где шарю? Дигиду, сам собрал. На. А где второй? Отошел. А, ну ладно, иди, не маячь. Подожди. Спасибо. Ну что, позвонил? Да. Колонна в ущелье встала. Слышал? Слышал. Я только что узнал, а ты, оказывается, слышал. Ты громко говорил, я и слышал. У Анны Федоровны всегда хороший чай. Только он еще не заварился. Может, ты знаешь, кто обстрелял? Не знаю, Петрович. Время такое, все делят. Дай 7 ящиков патронов. И 7 калашей. Все, все. 7. Число-то какое хорошее. Откуда ты такие цифры берешь, алиби? Во! Вовка! Чего, рубах? Уходим уже? Не. Жрать дают. Солянка. Идешь? Давай без меня. Точно? Да отстань. Настя! Насть! Насть! Ты мне для санчасти постирала? Ой, тихо. Поцелуй меня. Настя! Сейчас. Сейчас, подожди. Ты куда? Сейчас, подожди. Настя! Ты посмотри, что твой сын делает. Делает Анна Федоровна. А он собак твою мучает. А я смотрю, тебе и дел нет до этого. Коля! Тихо, тихо. Ты что? Собаку укусил. Тихо, тихо, тихо. Ты, конечно, знаешь, женщина взрослая. Но скажу, за детьми следить надо. Собаку не трогай только. Ну, я сейчас приду. Ну, что там? Еле успокоила. Так. Да подожди ты. Дай. Чего ты? Будь что вспомнить потом. Перед смертью. Ты что такое говоришь-то? А что, с солдатом всякое может случиться. Повернись. Чего? А я тебя сзади вхочу. Не знаешь, как здорово? Когда? Если я так не хочу. Знаешь, надо. Знаешь, как здорово, когда. Вов! Не надо! Настя, ты чего? Сейчас бы выпить, Настя. Сгони в магазинчик, а? Но мне в форме не продадут. Не пойду. У нас рубаха уже в горле пересохла. По капельке бы, а? Ну, сходи. Настя. Да не хожу сейчас никуда. Дома сижу. А чё так? Женихов ждешь?
Может, ты замуж позовешь? А может, и позову. Дурак ты, Вовка. Почему дурак? А потому. А руки-то в синяках почему? Напали на меня. Напали? Грабануть хотели, что ли? Ты что, не понял? Нет. А чё? Дурак ты. Собак кормить будем? Не, Андреич, нужно, чтобы злее были. Тихо! Голос! Давай, Андреич. Угу. Здорово. Здорово. А где Тамара? Какая Тамара? Ну как же, мы с Тамарой ходим парой. А, это про рубаху, что ли? Сейчас он придет. Скажи, что он Тамара. Да не, рубаха злой убить можно. Тихо, тихо. Больно. А ты что здесь делаешь? Наша колонна в горах застряла. Думал, начальство подсобит. Ну и что? Чего? Мудаки. А вы куда? А мы сегодня чич идем ловить. А-а-а. Надо рубахе сказать. Скажи, скажи, ладно, мы пошли, а то нас Савкин порвет. А, давай. 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 Че, за тобой, что? Давай, давай, шагай. Че, не стесняешься, что ли? Ты что, дур, что ли? Это что, бутылку не видели? Делиться ж придется. Ну, Настя, я побежал. Мне бежать нужно. Так что... Ну, ну все. Напоминаю, вертушки, пулеметы, а главное, эти красавицы создают необходимый звуковой эффект. Голос! Как поют Шаляпин, Кобзон! И враг, методично теряя дерьмо, организованной толпой, катится с гор! Но мы же не брезгливые! Не брезгливые! В это время мы сидим в кустах с такими страшными рожами! Сидим! Сидим! И когда враг пробегает мимо, выскакиваем, как хер из коробки, и отовариваем его прямо в Харьков прикладом! После чего организованно всех вяжем! Но! Но! Главное всех брать живьем! Живьем они лучше хранятся! Гуськов! Я! Наряд не очереди. За что? Мрачная очередь. Есть наряд не очередь.
Их там встретят! Сделай еще один круг! Еще круг, твою мать! Шустрый бегут. Взяли. Ай, ты помоги. Бежи его! Молчат здесь! Быстрее! Сидеть! Возьми! Карпов, почему гарью воняет? Все нормально, товарищ майор! Смотри! Че дают? Че нам, то и дают. Че жмешься? Побольше положи. Жмется, на. Дайте пожрать чего-нибудь. Рубаху не видели? Не, он с нами приехал. А. Точно? Прикинь, Гущин. Гуськов пистолет заныкал, хотел на водку обменять. Кретин ваш, Гуськов. От Савкина ничего не утаишь. Ладно, побегу рубаху искать. Давай. Товарищ майор, у вас первый. Давай. Третий на связи. Ну что, как у вас там? Да, все подсчитали. 15 калашей, пара пистолетов, две мухи. Так. Гранаты. Понял. Сколько? 20. Неплохо, неплохо. С кем говоришь, Петрович? Со складом. Будут тебе калаши, Алибек. Петрович, а гранатомет? На складе есть такой подствольник? Гранатомет поищи. Кравченко! Я! Подствольничек там не находился? Есть один. Где подствольник? Но он, правда, раздолбанный.
Не буду вас обманывать, Геннадий Петрович. Есть один, но не совсем новый. Ага. Ну все, давай, до связи. Будет тебе гранатомет, Алибек. Почти новый. Хорошо, дорогой. Ну что, выпьем по такому случаю? Пить не буду, а вот от чая не откажусь. Чай пьем, душой добрее. Лучше бы выпил, чем чаи гонять. Рюмочку всегда можно. Я вон наизилась, насмотрелась, как наши мусульмане водку любят. Так он же не наш. Угу. Ты лучше бы шапку снял. В доме, наверное. Не могу, Анна Федоровна. Не могу, не положено. Петрович, когда молодых под пули посылаешь, тебе не жалко? Мне всех жалко. Только что толку? Твоя правда, Петрович. Ты что, колонна застряла? Отдыхаем, орлы. Это ваши? Так точно, товарищ майор. Это чей прибор? Вот этого. Ну-ка дай. Молодец. Да это не я, товарищ майор, это Рубахин. Вот этого тоже он взял. О, молодой совсем. Лучше бы ты застрелился, мудила улыбчивый. Тебе этих человечков знаешь, где вырежут? Резчик хренов. Одинцов, снайперов, машина. Сейчас поедем. Есть, товарищ майор. Хороший какой у вас пленный. Красавчик. Таких у них любят. Проходите. Рыдкий. Слушай, я вот думаю, смазливый ты ваш со снайпером был. Да. Думаю, так ученик он. На снайпера учился. Короче, давай мы тебе другого пленного дадим. Это мой пленный. Найдем тебе другого. Нет. У нас колонна застряла, товарищ майор. Подполковник в курсе, он... Нам идти разрешил. Долго. С молодым проще. Ждать здесь. Я сейчас вернусь, заберу красавца вашего. Готовим пленных к отправке. Пошел, пошел. А как же? Потом поговорим. Куда двинулись? Гуляем. Смотрите, не загуляйте. Рубах, а Савкин за нами не пошлет? Он же у нас бешеный. Че ты дергаешься? А приказ? Мы же смываемся. Да дурь это не приказ. Колонна важнее. Ну, как знаешь. Смотри. Чё он хромает-то? На жалость давит? Не, это я им автоматом. Бывает. Очень медленно идем. До колонны так за сутки не доберемся. Нормально все. Чё ты так в него вцепился-то? Что, он лучше других места эти знает? Эй, хромоножка, стой! Стой! Сдрейфил. Не ссы, не убьем. Где твоя деревня-то вообще? Бля, гордый. Ты местный. Места эти, знаешь? Оглох, что ли? Слышь, Рубах, что-то он мутит. Сейчас, знаешь, дерьма все столько напридумывали. Маячки там, радио. Из кармана мелочь бросают на дорогу, чтобы знать, где мы. Ничего. Ну ты обыскал его. Обижаешь? Хочешь, проверь. Держи. Стой! Не шевелись. Ты чё, сука? Лежать! Смирно!
Обыскал он. Что это? Ты не видишь? Часы. На гранату не похожи. Дешевка, выбрось ее. Связались на свою голову. Пошел. Савкины проблем не оберемся. Пойдем, а? А то мокнуть совсем неохота. Так если пристрелят, как-то умер без штанов. Тебе не один хер как помирать, а? Не терпели и вы какой? Вов, может, развяжем его? Не знаю, Рубах, сам решай. Косу заплетем, Рубах. А не стрёмно. Ну чё, я первый? Давай. Ох, блин. Градуса 3, Рубах, не больше. Трофей, скидывай портки, нырять будем. Ну не хочешь, как хочешь. Сушиться некогда. Руки давай. Давай, давай. Может, ты его опустишь, Рубах?
Или грудью кормить будешь? Еще раз дернешься, я тебя сам утоплю, понял, бля? Чего ногу выставил? Машкара налетит. Иди лучше сюда. Прям как медсестра заботливая. Давай лучше по старшинству пробу сними. Ну-ка покажи. О, хорошо ты его саданул. Болит? Точно? Ну, заболит, скажешь. Руки давай. Снимай свитер. Выжимай. Давай поешь. Да ладно, поешь. Не кебаб, конечно, но ничего, жрать можно. Да говяжья тушенка, не свинина. Тебе ж такое можно? Не, не станет он с нами есть. Он же знаешь как? Если с нами поест, он уже убить нас не сможет. Проверь-ка, как она заточена. Держи. Смотри, смотри. Ну давай. Два удара и все. Ты на свободе. Ну чего ты ждешь? Ну и зря. Такой шанс был. Хотя, конечно, ни хера бы тебе не вышло. Вот рубаха бы смог. Рубах, покажи ему класс, а? Вов, иди в жопу, в цирке, что ли? Рубах, ну покажи. Круто. Видел? Легким движением руки, и у тебя две головы. Иди вынь. Вынь, я сказал. Стой. Боишься, с лопаткой убежит? Все, хватит херню страдать. Собираемся. Рубак, дай пожрать. Ты что там подглядываешь? Ладно, я по-быстрому. Дорогу проверю. Ну, давай. Трофей.
Пошел. Давай, давай, пошел. Давай, шевелись. Ваш похоже. Наши не бросили бы. Ну чё, переверни, проверим. Может, родственничек твой. Давай, давай, переворачивай. Шевелись давай! Переворачивай, сказал! Переворачивай! Ты чё, оглох? Давай, давай! Чё там? Ну там боевик лежал. Вот я и... Ты чё, сдурел, Вов? А если бы он заминирован был? Ты мне нового поймаешь? А чё, мне самому, что ли? Надо будет, поймаю. Похоже, наш. Уверен? Отойди. Отойди, я сказал! Жетона нет. Может, его похороним? Не надо. Дойдем, скажем. Заберут. Давай пока присыпем. Ну, что там? Тропинка идет. А правее? Ага. Повыше? Да не, вроде чисто. Покурим? Рубах, а? Прыгай! Задело? Не, нормально все! Куда полез? Сюда иди! Доставь его своего, не выстрелит! Рубаха, куда ты? Вернись! Вниз! Лежи. Ну давай, стреляй! Ну! Сидеть! Падла я! Давай, стреляй, падла! Сидеть! Сейчас, рубаха, я упал с вспышки! Чё, глох, сидеть! Сука, давай, выстрел на выстрел! Ну! Вов, сюда! Сюда, я сказал! Иду! Представляешь, пальнул и ушел. Вот сучёныш, а! Так я его и не выследил. Рубах, ты чего? Еще раз так подставишься, не он, так я тебе завалю. Чего ты на меня-то орешь, рубаха? А он руками своему сигналы подавал, ученичок снайперский, ничего? С него и спрос другой. Недаром Савкин его сразу вычислил. Пошел. Держи. Не вздумай курить, а то Минздрав сейчас лютует, падла. Иди сюда. Ближе. Терпи. Взбодрился только. Помолчи, а. Держи. Да выброси, мне еще есть. Все, немного поболит, потом привыкнешь. А так всегда в жизни. Да? Поболит, поболит и перестанет. Ну все, хватит лечиться.
Как пойдем? Через деревню. Эй, ты! Эй! Давай работай! Вода таскать надо! Не сиди, давай! Работать надо! Этот только сидит с тех пор, как приклеенный. Я в Исхане скажу, что ты не хочешь работать. Вода таскать. Чего она по-русски заговорила? А черт его знает. Витали! Витали! Бог выиграл собак. Что-то не так. Возня какая-то. Кушать хочешь? Рубах. Кушать не хочешь? Похож на чурку. Погоди ты. Кушать барашку хочешь? Барашку кушать хочешь? Наш это. Я спрашиваю, барашку кушать хочешь? Адам, истахаба. Говорит, кушать хочешь. Пошел! 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 Боярков это. Бери нож, режь барашку. Уверен. Режь барашку. О, так и есть. Тебя все просят, режь барашку. Смотри на меня, тебя все просят, режь барашку. Зарежешь, отпустим. Не бойся, он не кусается. Нет. Я чё сказал, режь барашку! Зарежут они Бояркова. Зарежут, похороним. Режь барашку, я сказал. Барашку режь! Что, не понял? Режь барашку, сказал! Барашку режь! Ты не понял? Стахуй, барашку режь, сказал! Режь! Что делать, рубах? Отобьем? Я этого бородатого сразу сниму. Нет, подожди. Ты победил! Молодец! Молодец, ты выиграл! Ты победил барашка! Молодец! Молодец, ты молодец! Танцуй! Танцуй! Молодец! Танцуй, танцуй! Слабо он совсем. Танцуй. Похоже, ухо отрезано. Танцуй, танцуй! Его тащить надо будет. Ты не умеешь танцевать! Пошел вон отсюда! О-мое! Пошел вон отсюда! Беги в свою Москву! Я сказал, я отпустил! Рубах, чё они, отпустили? Да заткнись ты, приготовься. Скажу, когда стрелять. Убили. Ты что притворяешься? Давай, вставай. Мой отец стрелял в воздух. Зачем нам тебя убивать? Еще полминуты. Отобьем. Туда смотри. Туда. Еще хрен знает, сколько по домам сидит. Пошли. Вов, дай закури. На тебе, рубах, только сигареты переводить. Ты то куришь, то не куришь. Да курю, Вов, не майся. Просто бросаю постоянно. Покурю, покурю и брошу. А захер? Ну что?
чтобы злым быть. Иначе с ума сойду. Рубах, менять надо нашего красавца на Боярков. На комбат меня закопает. У меня саперная лопатка есть. Я тебя обратно откопаю. Он и тебя закопает. Не закопает. Ладно. Сидите. Я на разведку. А я? Одному быстрее. Постерегу. Папа! Папа! Дереги дадися це. Папа! Папа! Хомш маїсна. А хоч я. Дайла, дайла, хуліре дайла, дайло кер. Дайло кер, бога, що ти гадав сот кухну. Дайло сот та ум до атика. Вас, я лок. Док помадор. Та ум де вот, де ум. Убьют тебя без меня. Точно убьют. Вов! Все, Рубах. Минуточку. Где он? Здесь. Я смотрел на него, Рубах, и он... Мудак уснул, ты! Я тоже. Я тебя на 10 минут оставил. Рубах, прости, Рубах. Домиточ? Я не... Пошли. Пить будешь? Да на, пей. Мог бы и меня сначала напоить, Рубах. Ты что, лошадь, чтоб тебя поить? Вов! На! Спасибо, перехотелось. Да ладно тебе, Вов. И вообще у тебя своя фляга есть. Моя стратегическая. Я ее берегу. Че у тебя там? Что надо. Ну-ка дай сюда. На. Ну как? Чуток разбавленное. Когда успел? У Насти. Охренеть, я ух. И водки достал, и бабу оприходовал. Учись. Ты-то уже с полгода никуда не ходила? Почти. Это последняя медсестра, что ли? Ну. И сколько ж она тебе прививок сделала? Сколько надо, столько и сделал. Слышь, Рубах, если он будет с этого берега разговаривать, придется кричать ему. Ну и как он переберется? Есть вот он, мостик. По нему и пройдет. Но ты учти, я тебя буду в прицел держать. Ты меня постоянно на мушке, понял? Большой. Хорош болтать. Все помнишь. На рассвете Боярково. Пусть к реке приведут. Он к нам, а ты к ним. Если начнешь дурить, я тебя первого грохну, понял? А потом и баб твоих. Патронов у меня хватит. Пошел. Ясно? Давай, давай. Да пошел ты. Да хорошо, Лиса. Джамал! Он воет, воет. Сахалх дуин воет, воет. Салят снова. Побед до цигар. Ага, салят снова. Сахалит бях ночь. Лиса, махишься.
Он милу похитве. Чесалку. Чесалки ву? Долго болтает. Гуди болты чего? Шуюрта, Тернакосту, Поярков. Похоже, парень все правильно сделает. Видел? И девчонка сама к нему кинулась. Да вижу, не слепой. Вода? А если бородатый не отдаст Бояркова? А свисханник Эрдон? Нахрена он ему полуживой? Цунху урмаду хамух моквахми. Собор, не? Куда злятал? Да чак-чак, дикий. Вази ист куда, а? Сарон, а дуезерду. Покол даху это, а мелкий слят. Вази ист. Полаха, отдуна. Собор, где Джамал? Джамал! Не спишь? Нет. Да не дергайся ты. Завтра тебя уже отпустим. Джамал. Девушка у реки звала. Я и догадался, что тебя так зовут. А что это значит, по-вашему? Красивый. И правда красивый. И девушка так красивая. Небось, невеста твоя? Не, не знаю. Ну, ты с ней уже целовался? Не, у нас так не делают. А у нас еще не так делают. Это для нее? Это же детские. Это для сестры. Она маленькая. 6 лет. Держи. Не потеряй. Спасибо. Ладно, давай спать. Ты Ису как разглядел? Ты же далеко был. Разглядел. Красиво мало на войне. Давай, спи, спи уже. С кем разговариваешь?
Ногу давай. Даже убежать не можешь. Убили вашего. Бояркова? Плохо. Ты-то чего ревешь? Это мне плакать надо. Ваши нас искать будут? Да. А ты к горе нас выведешь? Ну что, спустимся? Или в обход двинем? Так быстрее. Быстрее, думаешь? Ныряй, Вов, не томи. А чё опять я первый? Давай, давай. Давай, пошел. Ты как? Нормально. Слушай, может, развяжем его? Рубах, ты что, спятил? Ты слышишь, мы в жопе! А он заладил, развяжем, развяжем. Пошел. Лишь бы развязать. Я ж тебе говорил!
Я же тебя предупреждал! Рубаха! Ушел трофей. Я так и знал, а? Ё-моё, а. Чё ты делаешь? Да может подсохнут. А ты чё ищешь там? Сейчас. Держи. Да бери, бери, а то не дойдешь. Хорошие носки одевай. Да, рубаху у нас сам вяжет. Повоюет, повоюет. Придет, сидит и вяжет. Сам? Да не. На рынке купил. У бабульки. А у меня трусы есть. Трофей, хочешь, подарю? Последние остались. Хорошие, пушистые, с начесом. Да ладно тебе, Вов. Он так не дойдет. До колонны еще часов 6. Не лезет? Подожди. Да подожди. Держи вот так. Тихо, тихо, тихо. Терпи. Может, ты его усыновишь, рубах? Не болтай. Подорвался кто-то. Похоже, наш. А почем знаешь, что наш? Новая совсем. Трофей, садись. Тише, Вов. Не надо здесь шуметь. Понял. Пошли. Трофей, а ты бы меня отпустил, если бы в плен взял? Отпустил. А меня? Нет, не отпустил бы. Почему? Он бы не сдался. А ты что сдался тогда, крутой такой? Я не сдался. Он и сам меня поймал. Ну это да. Рубахи расплюнуть. Вообще не понимать, что ты тут делаешь. А чем тут плохо? Бардак везде. Может, нам за границу махнуть, миротворцами? Там и платят побольше, да и язык можно подучить. Тут можно. Чеченский выучи. Сам-то что не учишь? Учу. Одно слово даже знаю. Какое? Джамал. И что это значит? Вот выучишь, тоже будешь знать. Черти чё. Две дороги сходятся, проходной двор. Зато разойтись можно. Ну чё, направо пойдем или налево? Давай туда. Да,
хрена их. Не шумим. Давай туда. Пошел. Рубаха, здесь тоже. Обратно успеем? Место открытое. Заметят. Нас.
размера.